Проект путепровода уже прошел необходимое предварительное обсуждение на профильном сайте. Эстакада будет возведена в рамках реализации государственной программы «Дороги Подмосковья». Предварительная стоимость дорожного объекта – чуть менее 2 миллиардов рублей. Подробности будущего строительства участникам слушаний пояснил начальник МУП службы капитального строительства Валерий Огнерубов. Сложность проекта в том, что его сопровождает перекладка большого числа инженерных коммуникаций. Для снижения затрат был выбран более технологичный вариант с вантовым пролетным строением. Я думаю, что до конца года, конец ноября-декабрь, мы уже сможем объявить конкурс. А далее в течение полутора, максимум 2 лет, будет построен путепровод. Очень важная инфраструктурная стройка. Это поручение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Спасибо правительству области, что будет софинансирование и финансовая поддержка района. Мы уверены, что в намеченные сроки за 1,5 года с этой стройкой справимся. И хочу наших жителей уведомить о том, что путепровод строится за бюджетные деньги, значит, сама дорога и путепровод будет бесплатной. В ходе публичных слушаний их участники единогласно поддержали предложенный проект нового путепровода. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».